Всем привет, это топ кофе для фильтра. Это в какой-то момент был самый дорогой наш кофе всегда на столе в полном порядке. Рассказываю про свой любимый рецепт. Здесь я еще молод, но с бородой. Настолько необычный, настолько многогранный, что это немного шокирует. Очень рекомендую приоткрыть ширму вкусовой палитры кофе. Когда ты хочешь просто вот чашку черного кофе на каждый день, вот в классическом его понимании, это не про это. 10 из 10 я его угадаю. Ни в коем случае не покупайте у нас Колумбию эту. Никогда. Это кофе в фильтре на каждый день. Я всегда с удовольствием его заказываю, потому что это вкусовой букет, он вот прям в сердечке. Этот кофе уже из свежего урожая берете, и башка отлетает. Совпадение? Не думаю. Всем привет, это топ кофе для фильтра. Мы уже снимали топ кофе для сочного эспрессо, для капучино, а это вот будет для фильтра. У нас есть классные позиции под фильтрец. И сегодня я вам про них расскажу. Прежде чем начнем про розыгрыш, что сказать пару слов. Весь топ, то есть 5 банок кофе, мы разыграем. В конце будут условия розыгрыша. Давайте начинать. И значит, 5-й номер в нашем топе — это Эфиопия Арича Бай Кузнецов. Кофе от чемпиона мира по обжарке. Первый грейд, мытый Эфиопия. Давайте посмотрим на описание. Значит, в аромате абрикос, цветы жасмина. Во вкусе курага, апельсин и черный чай. После вкуса напитка продолжительный и приятный, а тело сливочное и обволакивающее. Вот такие характеристики, вот такие способы приготовления вкусовой букет. Цена у этого кофе выглядит вот так. Напомню, при промокоде YouTube, введенном при оформлении заказа, скидка 12%. Со скидкой цена будет вот такая. Есть 3 отзыва на товар. Давайте посмотрим, что это. Не впечатлил. Получил много цветочно-травянистых нот в воронке, пробовал по-разному, человеку не понравилось. Кофе понравился, яркий вкус и запах. При первом заваривании подумал, что кофе с ароматизатором. Первый кофе из всех, в котором так четко проявляются дескрипторы. Буду брать еще. Вот, Яцек Александр Евгеньевич, вам спасибо. Доставкой доволен. И одну звезду поставил с деку. Ну, где же довольство проявляется? Так, Гаврилин Герман. Покупал кофе свежей обжарки в Петербурге, обрадовал новую упаковку, сразу заинтересовался, взял маленькую банку, был в полном восторге от напитка, приготовленного в турке. Думал, что нашел кофе своей мечты, который так давно искал. Радостно допил банку и заказал килограммовый пакет, пришел пережаренный кофе немного, но в турке это очень заметно. Использовал в кофемашине, с молоком хорошо пошло, но осадочек остался. В раздумьях опять в поиске идеального зерна. И по поводу таких отзывов скажу, если вдруг у вас вот что-то такое происходит, вы с нами связываетесь, мы помогаем разобраться в ситуации, поддержка работает каждый день с 8 до 8, вот. У нас есть гарантия возврата денег, то есть если кофе, который вы у нас купили, вам не нравится, то мы без чека и паспорта возвращаем, поэтому обращайтесь, если такие кейсы происходят, мы людям верим, вот. Мы все для вас делаем. Какой смысл работать, если вас не устраивает наш продукт. В общем, 5-я строчка, Арича, едем дальше. 4-е место нашего рейтинга — это Колумбия Уилла Розовый Бурбон. Это в какой-то момент был самый дорогой наш кофе для фильтра. Мы, наверное, года полтора назад его завели, и раньше такого дорогого кофе у нас не было никогда. Это сейчас у нас есть же позиции подороже, но на тот момент это для нас было таким вот новым шагом к такому фильтру. Описание. Сочный кофе с ароматом цветов, тропических фруктов и апельсин. Во вкусе. В букете ноты красного винограда, спелого абрикоса и лайма. Кислотность у кофе комплексная, а тело сливочное и округлое, с продолжительным послевкусием красного вина. Блин, розовый бурбон, сколько я его раз не пробовал, всегда на столе в полном порядке. Вот. Но есть 4 отзыва и 4 звезды. Давайте посмотрим, что кто написал. Василий вот в июне написал: именно с колумбийского кофе началось мое погружение в мир спешлти. Колумбия Уилла — один из первых сортов, который я попробовал, поэтому вкус знаю хорошо. За годы довелось пробовать этот сорт от разных обжарщиков, поэтому есть с чем сравнивать. Обжарка от Браво — одна из лучших, что я пробовал. Идеальная легкая кислинка, сладость, фруктово-ягодная сочность, ноты вина добавил в избранное. Рекомендую для тех, кто хочет попробовать другой кофе.
яркий, фруктовый, при этом не слишком перегруженный, идеально раскрывается во всех стандартных методах заваривания, особенно хорош во френч-прессе. Василий полностью согласен, во френч-прессе супер. Френч-пресс – мой любимый способ приготовления кофе дома, всегда об этом говорю. Очень дешевый гаджет, поэтому если вы думаете, как готовить вкусный кофе дома без дорогой кофемашины, French Press. А для тех, кто не был никогда у нас на сайте, скажу, что вот здесь вот видите, есть French Press, на него нажимаете и открывается гайд по приготовлению. В этом ролике я даю два рецепта и рассказываю про свой любимый рецепт. Здесь я еще молод, но с бородой. Пользуйтесь видосами. Они помогут заварить чашку вкуснее. Цена вот такая, по промокоду вот такая. А, еще отзывы были, да? Продукция 0 звезд, СДЭК 1 звезда. Я уже в годах, за всю жизнь кофе выпил много всякого разного. Когда в Союзе стал появляться нормальный зерновой кофе, вот тогда я и понял вкус настоящего кофе. Хотя рецепт приготовления тогда был один. Маленькая кастрюля, какая-нибудь малая емкость, ну а кому в жизни повезло, готовил в турке. От Колумбии Уилла розовый бурбон не в восторге. Да, как говорится, все вкусы на месте, сиди и разбирай языковыми рецепторами. Вот только вопрос, а кофе-то где? Без малого 30 лет назад взял на пробу банку кофе Якобс Фундук и после дегустации был поражен. Отличный кофе, а на втором плане легкий вкус ореха, подчеркиваю, легкий, который не убивает вкус кофе. Евгений, вам повезло попробовать новый вкусовой опыт. Я сожалею, что он не оправдал ваши ожидания. Действительно, этот кофе настолько необычный, настолько многогранный, что это немного шокирует. И когда ты хочешь просто вот чашку черного кофе на каждый день вот в классическом его понимании, это не про это. То есть идите в сторону Бразилии Феникс, ее не будет в этом топе, да, это простой букет, орех, шоколад, вот это вот к этим позициям. Здесь же чуть-чуть другая история, обращайтесь. А, ну вот, собственно, в ответе на отзыв мы рекомендуем присмотреться к другим позициям. Так, значит, Павел пишет, шедевральный кофе, не знаю даже, может мне случайно так с обжаркой повезло, заказывал маленькую банку на пробу для воронки, при открытии нереальный аромат, компот из сухофруктов, аж сладость, запахи чувствуются, даже подумал, может лежало рядом с чем, но не может кофе так вкусно пахнуть, не кофе, на вкус сладость, виноград красный, точно, абрикос есть и лайм, соответствует описанию, сохранил в избранное. Павел, спасибо за теплый отзыв. И короткий от Михаила. Имеет много именно не кофейных нот и пахнет вином, как написано в описании. Ну, как бы вот такой кофе. Я, честно признаться, вообще думал вот этот кофеек поставить на первое место в этом топе. Но потом вот посмотрел на этот список и поставил позицию, которая заслуживает этого в полном объеме. Просто вот мы до нее дойдем, и пазл у вас сложится, о чем я говорю. Едем дальше, значит, третья строчка нашего топа, это Колумбия Рафаэль Амая, 200 часов ферментации. В линейке, опять-таки, чемпиона. В аромате ноты алкоголя, темные ягоды юдзу, во вкусе вермут, черешня и папайя. Послевкусие у напитка долгоиграющая, а тело сиропистое и сочное. Евгений Захаров, если вы нас смотрите, и для вас Колумбия Уилла розовый бурбон была не похожа на кофе, ни в коем случае не покупайте у нас Колумбию эту. Никогда. Потому что она еще более не похожа на кофе. То есть, когда ты пьешь ее, она в слепом каппинге, вот 10 из 10 я ее угадаю. Потому что это отвал башки. Ну, то есть, это вот очень интересная позиция. Вот такая цена, она как бы интересная позиция, в цене проявляется. Со скидкой вот такая цена, есть три отзыва, значит, посмотрим. Заставка, признаю, все отлично и оперативно, не совсем корректно отзывы работают, поправьте, пожалуйста. Опять же, Роман написал, может быть, тот же, наверное. Отличнейший вариант для альтернативных методов заваривания, резкие своеобразные ароматы, кислота постепенно уходит с остыванием, и меняются от глотка к глотку. Непередаваемое ощущение умиротворения, спокойствия, ярких ароматов. Ферментации не отпускают до конца чашки. Каждый раз завариваю, как будто
на небольшой ферме с коровками отдыхаем. Очень нравится, спасибо. Вам спасибо, Роман. Вообще приятно читать такие отзывы. Ну, конечно, что, еще было бы неприятно. Значит, Андрей пишет: был приятно удивлен, во вкусе почувствовал только черешню, но буду пробовать разные способы приготовления. Возможно, изначально подобрал для себя не тот. В целом, я доволен приобретенным кофе. Супер! Короче, классная позиция, очень рекомендую для тех, кто хочет приоткрыть ширму вкусовой палитры кофе. Бразилия, кому уже приелось, припилось, welcome, супер позиция. Итак, едем дальше. Второе место топа — это колумбийская гейша. Ну, тут все по факту. Цена вот такая, со скидкой вот такая. Сочный сладкий кофе с ароматом цветов, малины и цитрусов. Во вкусе гибискус, лимон, цветы и ежевика. Послевкусие напитка сладкое и чистое, а тело сливочное и сочное. Самая дорогая позиция сейчас у нас в ассортименте кофейного блогера Перфета. Очень достойная позиция. Что у нас есть ниже? Фермер, сеньор Эбер Сария, в третьем поколении, который унаследовал земли от своего отца и деда. Вот. Кофе выращивают ребята с 1925 года. Точно что-то понимают в кофе. Кофе очень интересный. Варил на осмосе, хорошо себя повел при 96-97 градусах и соотношении таком там. Его тело прям как жидкое варенье, тягучее, сочное. Аромат вообще супер, спасибо. Спасибо. Действительно, супер позиция. И вот здесь, видите, у нас что маячит. Оп, оп, оп. Сейчас. Магнитик с Mortal Kombat, видели? В каждой банке фирменный магнит. А мы еще сейчас выпустим 33 новых магнита. Вот, это хорошая новость для тех, кто коллекционирует, и не очень для тех, кто коллекционирует и думает, что почти собрал коллекцию. Есть у нас покупатели, которые почти все собрали, но 33 магнита надо дособрать будет. Итак, что вы думаете, кто лидер рейтинга? А я вам скажу, кто. Это Эфиопия Рогачефи. Эфиопия Рогачефи заслуживает быть номер один в этом рейтинге. Потому что это кофе в фильтре на каждый день. Если эргач стоит на фильтре где-то в кофейнях, я всегда с удовольствием его заказываю, потому что это вкусовой букет, он вот прям в сердечке. Вот, ну, у меня, да, то есть понятно, что это вот все субъективная история, но вот я составил топ, с вами делюсь. Поэтому если вам откликается что-то, пробуйте. Пробуйте. Про описание я вам закрытыми глазами могу сказать. Это крепко заваренный чай Earl Grey с лимоном. Вот у меня вкусовой профиль эргача вот такой. В аромате какие-то цветочные ноты будут. И это, не знаю, супер позиция. Супер. Вот такая цена. И цена классная. Есть хорошая новость. Этот кофе уже из свежего урожая. Поэтому у вас есть возможность его попробовать. Я его в январе выбирал в Эфиопии. И этот кофе отвал башки. Просто вот берете, и башка отлетает. Только обратно не забудьте поставить ее, как допьете кофе. Так, что по отзывам? У нас, значит, есть 5 отзывов. Сначала приехала более темная обжарка, чем хотелось бы для фильтра, но без проблем заменили. Второй раз приехал нужной обжарки, готовил в аэропрессе. У меня получается кофе со средней низкой горечью, средней кислотностью и легким чайным телом. Зерна качественные. Отечественное. Кофе приятный, но на любителя. Как разнообразие, очень даже неплохо вкусы читаются. Но не мой топ. Брал на ВБ остатки. Вкус заставляет думать о его наличии в магазинном зерне Бушида. Тот же ягодный вкус. Кстати, я соглашусь. У нас выходил ролик про баттл кофе из Глобуса и Ленты. И там было два Бушида. Один из них был Эфиопия Рогачефи. И он занял первое место. И первое место в итоге в моем рейтинге — это Бушида. Эфиопия Рогачефи – это самый вкусный кофе из ритейла, который я когда-либо пил. Я вообще в восторге. Эргач два раза занимает первое место в наших топах. Совпадение? Не думаю. Я согласен с вами, Константин. По приготовлению в кофе-автомате 520 действительно засада. Чтобы не вязало рот, по-моему, приходилось увеличивать. Тогда напиток становится водянистым, но более приятным. Останется пробовать больший заряд и пролив. Все-таки склонен думать, что профиль обжарки не идеален, есть к чему стремиться. Но это вот фото пачки кофе 22 год отзыв. Сейчас, ну, уже сильно все поменялось, и свежий Эфиопия. Но стоит сказать, что мы раньше на
кофе не указывали, под что он обжарен, под фильтр или под эспрессо. И когда вот люди покупали кофе под фильтр и варили его в эспрессо, вот были вопросики к нам. Поэтому мы исправились. Мы все понимаем, дайте нам время, и мы вообще исправим все. Так, Олег, добрый день. Быстрая доставка, свежий кофе. Отдельное спасибо за подарочек, магнитик и шоколадку. Заказал первый раз этот кофе и вообще не первый раз у вас. И у меня сразу вопрос. Вроде зерновой, а почему написано на упаковке черный чай с бергамотом, личи и сухофрукты? Это вкусовый букет, Олег. Очень понравился этот сорт. Люблю кофе по-восточному, поэтому часто варю в турке. Приятный ягодный аромат, кислинки немного на мой вкус. Пробую много сортов кофе у вас. Этот взяла себе на заметку. На карандаш, так сказать, Людмила. И в завершении стоит сказать про розыгрыш. 5 банок из топа кофе для фильтра мы разыграем среди вас. Условия, как всегда, предельно просты. Это лайк, любой комментарий к этому видео и подписка на канал, если вы еще не подписаны. И ровно через неделю после выхода ролика на канале мы подведем итоги. Итоги подводим в телеграм-канале. Вот, поэтому, если вас там нет, welcome, в описании все ссылки. Также стоит сказать, что если вы не хотите принимать участие в розыгрыше, а хотите просто попробовать наш кофе, то welcome. Интернет-магазин, промокод YouTube, скидка 12%. Маркетплейсы, Озон, Валберес, там тоже можно купить и попробовать. В корзину закинуть к носкам и попробовать. Почему бы и нет? Да и все. Увидимся в следующем топе. Пока-пока.